Приветствую вас. Сегодня у нас второе видео по проекту Hybe Horizon. И сегодня я бы хотел с вами поговорить более детально о ICO данного проекта, как же приобрести токены. В прошлом видео я рассказывал вам о самом проекте, мы поговорили о всех его плюсах, что в нем будет, также рассмотрели команду. Ну а сегодня давайте посмотрим, как же приобрести токены. Также у них есть еще небольшая халявная акция. Вы можете скачать альфа-версию на свой телефон и получить также $10. То есть это у нас получается 1000 токенов HBRS. И вы, как только установите на свой телефон через Google Play или Apple Store, получите целых $10. Очень даже прикольно. Так, давайте посмотрим, как же приобрести токены, как инвестировать. Ну, для начала необходимо перейти на сайт www.hubrison.com и нажимаем вот сюда, как купить токены. Здесь у нас статья о покупке. Мы ее рассматривать не будем. Я вам так покажу. То есть мы нажимаем вот сюда, Join, регистрация продажи токенов. И переходим на биржу, на которой как раз таки и продается токен. То есть получается у нас он продается в паре с... Давайте посмотрим, в какой паре. Эфир есть. И также есть за биток, можно его приобрести. То есть цена получается у нас 0,4, да, 0,04 цента. А если в эфире, допустим, сколько, давайте посмотрим, 0,01. Интересно, почему такая разница? То есть битки покупать дороже получается, поэтому, конечно, я бы советовал вам покупать именно в эфире. Здесь мы видим, что вот за столько у нас продано, это, да, за 0.01, это у нас эфира, то есть получается 1 цент цена. С 1 февраля, кстати, цена у нас увеличится, поэтому я бы советовал вам покупать им именно сейчас. Вот здесь видите сделки, да, сколько уже было куплено. Суммы не такие большие, но видно, что люди покупают. 3000, 6000. То есть инвесторы есть, и они заинтересованы в покупке. Ну-ка, а в битке сколько там купили? И в биткоине, да, тут почти не покупают. Ну, цена, конечно, выше, чем в эфире, поэтому, соответственно, и не покупают. То есть вам необходимо зарегистрироваться на данной бирже Change Creator, Change, и вы сможете приобрести токены. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.